эксцентриссимо. Когда не хватает денег на красивую жизнь, на помощь приходят новые технологии. Ведь для многих теперь важно не то, как есть, а то, как оно выглядит. Британский журналист Уба Батлер раскрутил в интернете фейковый ресторан. Все мечтают туда попасть, а на самом деле в роли ресторана – сарай в саду журналиста. Красивые фотографии и поддельные отзывы в интернете. Больше ничего не надо, чтобы возникло популярное заведение. Причем даже еда на живописных снимках фейковая, сделана из губок, краски и пены для бритья. Зато самый популярный международный сервис отзывов включил сарай журналиста в список ресторанов. Сначала он был на самом дне в рейтинге лондонских заведений, но потом люди начали читать отзывы липовых клиентов и заинтересовались. Конура на заднем дворе оказалась в топе. Начались звонки для бронирования столиков и трудоустройства. Однажды ресторан все же решили открыть на один день. Любопытных посетителей привели в сарай с закрытыми глазами, накормили блюдами от шеф-супермаркета. Потом было фиаско. Исключение из рейтингов, как с танцующим итальянским миллионером. А сколько еще красивых обманок из интернета остались неразоблаченными? По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча салоны «Остров сокровищ». Стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.